Куда мы ехали? С телеграммом. Без приключений, да, паспорт. Уже солнышко вышло, ничего себе. Нет, потеплело, закончилось как-то. Еще 2 часа. Нет, просто у нас 5 часов открытия, там участники чемпионата мира. Я говорю, мы ждать не можем, если мы будем держать это, пока они там набегаются. Там нет еще дебилов. Хлопали? Раздражают тебя? Она шла по маленькой пути, Thank you.